Всем привет! Вас приветствует развлекательный канал Video Channel 47. Меня зовут Влад. Ну и режим «Стань легендой» у нас начинается. Так, не используем. Ну и играем мы как-то так. Это у нас будет Лига 1. А если по названию вы еще не догадались, то сейчас вы все поймете. Рейтинг завысили просто бомбезно нашему Сереге Кривцу, и, конечно, за него мы с вами поиграем. 32-й номер. Сергей Кривец. Ни капли он не похож на себя. Конечно же, он вообще не похож. Ну и давайте сыграем в этой серии один матч. Конечно же, хочется довести Серегу до более значимых высот, чтобы, конечно же, он взял Лигу Чемпионов, Лигу Европы, допустим, ну и другие трофеи, я думаю, нам также понадобятся. И Серега, подпрыгивай! Выше ворот пробивает игрок Гронингема. Ну и нам бы хотя бы один раз коснуться мяча. Так, здорово. Здорово, Гронингем комбинирует и, конечно же, зарабатывает право на угловой. Ну и опасный угловой через мячом. Подача следует. Так, удар. Везение. И Кривец играет. Разбежимся. Думаю, еще как. Так, Кривцу выдавай. Здорово, но мимо. Здорово по задумке, но мимо. А цели так. Ой-ой-ой, какой пас! Подаст! Подает! Ну как же ты не забил? В этом-то моменте. Кривец. Так, здорово, выдавай! Ой, как хорошо, ну зачем же я нажал? Зачем? Это, конечно же, ко мне можно предъявить претензии. Вот, вот, вот он. Наш герой. Вот он во всей красе. Двоих накрутил и пас отдал точный. Так, выдай. Ох ты, штанга! Штанга! Так, беги из последних сил. Так, один есть. Увы, но не получилось у нашего Сергея Кривца пробить эти эшелонированные обороны и редуты. Так. Ну что партнер делал, это я понять доселе не могу. Так, дальше. Один я. Гол, да. Мы не забили, но по крайней мере участвовали в этой атаке, хотя паса голевого, предголевого мы не отдали. В этой атаке также.
Обыграл. И еще один удар. 2-0. Команда выигрывает именно с таким счетом. Помогай, подержи атаку, хотя не нужно это. 3-0, да. Нет, ну как же в таких моментах мазать. Так, подключается. Серега, и удар. Мимо. Как? Как он так мог пробить? Я понимаю, что 90 минут прошло, но забивать-то нужно. Ладно, не об этом сейчас. Мы побеждаем 2-0 Гронингем. И, конечно же, Сергею оценка 6-0, довольно-таки средняя, но он... А в этом матче старался и заслужил данную оценку 6-0. Ну а матч с Бастией мы сыграем уже в следующей серии. Ну а на этом все. До новых встреч на развлекательном канале Video Channel 47. Всем удачи, всем пока.